Черно-белые фото, броня и стволы. И людей загорелые лица, там мы были с тобой, там остались целы. Там есть то, чем мы можем гордиться. Наших драк время призрачное дремлет, эхо добавит, гильзы ржавчины грызет, испускавший огонь, дочь налетов и атак, спит, впитавшаяся в землю, нами пролитые там. Кровь друзей и кровь врагов. Над лугами наших чувств, обожженными смертями, распускаются цветы. Жен детишек и внучат, не нужна им наша грусть. Им работать бы локтями, их сегодня учат брать, но не учат получать. Из блокпоста своего над торгующей Москвой, где доллары словно гром оглушительно хрустят, души славы боевой. Пусть проснутся в нас с тобою и местами прежних битв вместе молча пролетят. Нам-то в целом все равно, кто там справа, что там слева, кто по телеку сейчас строит там какой-то изм. Нам ведь нужно-то всего, чтобы наших рук посевы потихоньку принесли для людей нормальных жизнь. Нам-то нужно, брат, всего, чтобы наших рук посевы потихоньку принесли для России нашей жизни. От Лагодехи до Газни, от Кандагара до Аксая, Моздок, Баку и Гудермес, Москва, ну как же без Москвы? А что не вспомнил, извини, вот география какая, вся жизнь твоя в один припев не помещается, ой. Не помещается. Добрый вечер. Черно-белые фото. Роняли стволы. Дрожжевые товарищи. Всех, кого знаю, всех, кого не знаю. Очень рад вас видеть. Мы рады вас видеть. Все больше хочется устроить какое-то такое летнее, знаете, вот собрать всех наших в лесу где-нибудь. Возле Борового, да, поставить палатки, закоптить там костерчик, поставить динамит, и чтобы ни одной, чтобы ни у этого пидора не было, вот, только свои, извините, я так говорю, но вы понимаете, о чем я говорю, чтобы мы поняли, что мы живем у себя на родине, а не на месте, откуда выкачивают нефть, газ, лес, черную-красную икру, что еще? И девушек наших красивых увозят, кстати, сволочи. Вот. И чтобы мы пели только свои песни и чувствовали себя дома. Дома чувствовали себя. Но я думаю, что у нас есть все возможности для этого, потому что мы же с вами знаем, что Родина – это не территория, Родина – это не махание флагами, а Родина – это те слова и музыка, которые звучат у нас с вами в душе, независимо от того, что там сейчас
на телеэкранах, на политических рингах и все остальное. Вот. И у нас есть настоящие русские праздники. И русские здесь определение. Русский украинец, русский еврей, русский таджик, русский узбек, русский белорус, естественно. Вот. Наверное, так специально природа сделала. У нас есть настоящие праздники, которые отмечают главное событие нашей с вами жизни. Вот. Настоящие праздники – это, дорогие друзья, если здесь эти люди, я не знаю, но я думаю, что есть. Вчера, дорогие друзья, был праздник, День инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Аплодисменты этим людям. Ну вы знаете, да, вы там были везде, на линии огня, вы знаете, что впереди всех идет кто? Собака, а за ней, привязанный к ней на веревочке, идет военный сапер. Вот. И вот мне было очень приятно, когда мы приехали в город Владикавказ, попили там, поплясали, а потом поехали к ребятам из местного спецназа, внутренних войск. Приехали, сели с ними за стол, выпили по 20 граммов чая. А потом один из них, дважды подорвавшийся на мине, такой, они все были, ну, боевые ребята, волосы такие короткие, все нормально, видно, что сухие все, такие наши. Он говорит: Михаил Михайлович, а спойте песню про сапера. Я в 1987 году написал, что-то написал, и куда-то это все потом пошло, как вы сами знаете. Я говорю: а ты пару строчек можешь мне? Он между пальцев корни глины, мелких камушков все пьет. И я просто почувствовал настоящую радость, что что-то я сделал в этой жизни нормально. Ребят, саперы, есть руки, поднимите кто-нибудь. Инженеры? Есть, да? Отлично. Похлопайте, пожалуйста. Сапер, афган. Жара, камни. Сзади колонна с хлебом, боеприпасами и со всем остальным. Впереди дорога, на которой что-то там такое. А что там такое, никто не знает. Позавчера на этой дороге образовалась воронка диаметром 10 метров и глубиной 5 метров. Тоже. Поехали, ладно. Между пальцев комья глины, мелких камешков сыпью, откопал до половины. От взрывателя ее откопал до половины, от взрывателя ее. Сверху провод, сбоку провод, снизу вовсе черти что. Ей вспомнился, дай лишь повод, не сошьет потом никто. Увлекательное дело тыкать в глину острие. Вот еще вернуться целым вовсе райское житье. Да еще подружка Лада не задела проводка. Больше ничего не надо, чтобы жизнь была сладка. Итальянская паскуда, Чиполлино их умать. Вот вернусь, так год не буду макароны покупать. Коль не дам сейчас обложку, жаль в спине какой-то зуд. Буду есть одну картошку из колоди, что везут. Вот со лба ладонью вытру, отгоню насевших мух. Он, конечно, парень хитрый, да меня тут бывший дух. И ребята из Европы, чьи на корпусах клейма, капли мне нельзя прохлопать из воротов их ума. Мне теперь злодейство это головой своей влезать, ведь в обход дороги нету, нет дороги нам назад. За открытым за порогом, что из-под моей руки, а начинается дорога для бензина и муки. Вот веревочка, два ушка, подрываю глинозем. Тихо, тихо, спи, старушка, сейчас мы кошку принесем. Тихо, тихо, спи, старушка, сейчас она кошку принесем. Трасса свободна, можно продолжать движение. Вот, ну, там, где пехота не пройдет, и бронепоезд не промчится, а тяжелый танк не проползет, не пролетит стальная птица. Без нас победы не сыскать, хоть с виду мы, все же мы солдаты. Мы инженерные войска, топор, кирка, да щуп с лопатой. Ой, да, дорогие друзья. Пусть седина уж на висках, мы все страны свои солдаты. За инженерные войска, что бьют врага одной лопатой. Вот, дорогие друзья. Ну, третья песня, вы знаете, я по традиции пою третью песню.
Я хочу третьей песней вспомнить всех наших, которые не дожили до сегодняшнего дня. К сожалению, таких людей немало. Я хочу третьей песней почтить память. Совсем скоро, 27 февраля, исполнится 70 лет со дня снятия блокады с города-героя Ленинграда. У меня язык как-то не поворачивается называть его сам Собчаком или не знаю, неважно. Вот. Я хочу, дорогие друзья, сейчас в честь наших, всех наших, вот, в честь дела своего, не дожившего до победы, который убит был смертью храбрых, погиб смертью храбрых, не сдался со своей ротой, продолжал стрелять по немцам из пулемета 26 июня 41 года. В честь наших всех, которые в Афгане, которые в Чечне, которые в Анголе, которые не дожили до сегодняшнего дня, они ведь все живы, они нас видят. Они нас чувствуют, они видят, где мы что делаем правильно, а где нет. Поэтому мы обязательно про них вспомним. Я хочу сейчас спеть, а потом помолчим немножко. Вот, а конкретно я хочу спеть песню, посвященную детям 41-го года, зимы 42-го, когда там в городе Ленинграде происходили вещи, о которых лучше вслух, конечно, не говорить. Ну вот, например, там, я там учился 5 лет в Можайке. Бабушка нам рассказывала, у них она жила на 4-м этаже, а на 1-м этаже была школа средняя для детей. И вот она туда спустилась зачем-то. И сидит целый класс детишек, который замерз полностью, 45 человек, вместе с учителем. Учитель заснул, и дети все заснули. Сидят все, книжки разложены. Вот что это такое, понимаете? Вам на этот вопрос уж никто не ответит. Слишком бедной для вас оказалась страна. Ленинградские дети, ленинградские дети, чьи родители голод, зима и война. В умирающих улицах брошенный ветер, безразличные стынут слепые дома. Ленинградские дети, ленинградские дети, что на саночках тянут запеленутых мам. Иждивенческой нормы граммы легкие эти, да из проруби узкой ледяная вода. Ленинградские дети, ленинградские дети, что остались детьми уже навсегда. Наших сытых времен золотая короста любит фразы простые со смыслом без дна. Ленинградские дети окружающим взрослым объяснили конкретно, что такое война. Ленинградские дети окружающим взрослым объяснили конкретно, что такое война. Есть на совести нашей пятна горьких отметин. Никакой победой, которых не смыть, мы прощения не просим. Ленинградские дети, вам, наверное, вряд ли нас удастся простить. Мы прощения не просим. Ленинградские дети, вам, наверное, вряд ли. Простите нас, ленинградские дети.
сами мы помолчим 5 секунд. Спасибо, садитесь, пожалуйста. Ну, песня, которая мне самому нравится, про моего учителя труда в средней школе, восьмилетней школе, сейчас показывают ужас про Украину. Это моя тоже родина, я сам офицер, сын офицера. Вот, значит, моя юность была, проходила в поселке Школьное Симферопольского района Крымской области, где откуда управляли луноходом, где испытывали этот самый луноход, и было много очень хороших вещей всяких разных. Вот, это сейчас это территория Украины, но не важно. Все говорили на русском, на украинском, никто не разбирался какой-то национальности, все просто дружили, дрались, радовались жизни. У нас был учитель труда Николай Михайлович Зимарин, такой крепкий мужик, кучерявый, с усиками, который был худой, бодрый, учил нас все делать. Я до сих пор умею строгать, пилить, привинчивать провода к этим розеткам по методу Николая Михайловича. То есть надо сначала сюда чистить, товарищи, запоминайте. А потом уже только прикручивать к винтикам. Вот. И, значит, и он никогда не носил ни колодок, ни медалей, нифига ничего не носил. И вот однажды на 9 мая, то, что называется, его раскрутили, он где-то там выпил 50 граммов. И он нам на уроке труда начал рассказывать о своей жизни. Ну и, конечно, нам было очень интересно и диковато, потому что он рассказывал шепотом. Он был старшиной роты в Сталинграде на передовой. Там вся эта эпопея длилась, по-моему, 182 дня. И вот каждый день к нему приезжало пополнение в его роту, 200-220 человек с той стороны Волги. Он им выдавал еду и боеприпасы, и они шли вперед, в атаку. Они шли воевать. А вечером возвращались те, кто остался от роты, человек 10-15. Каждый день, 100 дней. И вот эта рота, в которой было примерно 2,5-3 тысячи человек за все время, да, вот. Я пытался, в прошлом году была круглая дата Сталинграда, я вот все думал, надо что-то написать, потому что оно давит. Вот. Потом вспомнил про Николая Михайловича, и оно написалось само. Господь нас видит, он нам, дуракам, говорит, просто надо остановиться, эти наушники из ушей вынуть и послушать, что говорят. И будет все нормально. Михайлович посвящается, ну и нам всем. У кого родственники воевали в Великую Отечественную войну, поднимите руку, пожалуйста. Ну вот, это же наше все, ребята. Все родное наше. А Михалыч не спорил со мною, он из водки выцеживал хлеб. Я, ребят, служил старшиною в Сталинградском железном котле. Там с утра пополнение в роте, 220 примерно ребят. Мне на них по моей по работе выдать хлеба, патронов, гранат. Им потом по развалинам топать, маскируясь ночною зарей. А потом по взводам, по окопам на фашистского зверя вперед. А потом на машинах гиверы, прикрываясь могучим ура. Вот и вся эта роты карьера, что пришла из-за Волги вчера. А потом длинным матом, кулаком по плакатам, где все эти солдаты, нам кричал старшина. Я их после под вечер у земляночки встречу. 10 душ человечьих, вот такая война. Там ведь падали целые стены, и бетон под ногами дрожал. Там не брали солдатушки пленных, просто негде их было держать. Там 5 дней под камнями кричали, и растаяло солнце в пыли. Там солдаты не гибли случайно, там случайно лишь выжить могли. Вот такая вот песня мне ж давали на 200, осталось их вместе 10, твою мать. Тут какие секреты, соль, тушенка, галеты. И куда мне все это после было девать?
Мы его на 9 мая стали грамотою награждать. Мы, Михалыч, вас так уважаем, вы для нас настоящий солдат. Он ответил: ребята, не надо, я от чистого сердца прошу. После этого вот Сталинграда я наград никаких не ношу. На гармошке полночи наяривал он за роту в 3000 солдат. Николай мой, Михалыч Зимарин, старый школьный учитель труда. На гармошке полночи фигарил он за роту в 3000 солдат. Николай мой, Михалыч Зимарин, моей юности суперзвезда. Эх, ребята, ребята, вы ведь учитесь в 5-м, вам ведь тоже солдаты, где без слов под приказ ты воюй так, как можешь. Но не дай тебе, Боже, чтобы было похоже, как все было у нас, как все было у нас. Шестая армия, полевая армия вермахта была самой лучшей армией, которая тогда располагала вообще, наверное, в мире была. Потому что она как каток катилась, и все, что под нее попадало, все, что наши успевали сделать, все это было перемолото и оставалось сзади взорванными окопами, незасыпанными могилами, сгоревшими танками и так далее. Оно катилось, 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 и подкатилось с самой Волги. Вот. Ну, а дальше я вот читал воспоминания разных людей, которые там написаны были не для понтов, а чисто пожить. Человек 3 раза ранили, пока еще он не подъехал к линии фронта, его уже 3 раза ранили, возвращали обратно, еще раз на подъезде ранили, еще раз. И потом его убили, в конце концов. Он на передовой не попал. То есть люди воевали очень грамотно. Вот. У них была техника, у них была артиллерия мощнейшая, которая там стреляла далеко. А у нас еще было. Тоже стоя везде и всегда. У нас была душа наша, которая вот в декабре 41 года совершила самое большое чудо, которое только можно себе представить в нашей стране. Вы знаете, да, что 22 июня на нас напали 25 государств, 400 миллионов человек. За 3 месяца Красная армия потеряла 3 миллиона пленными, 1,5 миллиона убитыми и ранеными. И первые 3 месяца Красная армия теряла по 225 танков в сутки. Вот. Но результат мы все с вами знаем. Мы сейчас говорим и думаем на русском языке, и пиндосам стоило больших усилий сделать так, чтобы наши войска оттуда вышли. С помощью всяких лысых, пятнистых людей. Вот. И, ну, почему так произошло? Я, если честно, не понимаю. Вот я спрашивал Дмитрия Тимофеевича Язова, сколько было времени от Красной площади 7 ноября 41 года до передовой. Знаете, он что сказал? 1 час 20 минут, ребята. На тех машинах по тем дорогам. То есть это, вы сами понимаете, вы профессионалы военные, да, то есть это не вопрос стратегический, это не оперативный вопрос, это вопрос, который решает командир полка. 1 час и 20 минут проехать. Но вот они не доехали, и все. Вот, ну а сейчас на нас, дорогие друзья, приближается следующая наша великолепная дата. Это 4 века с тех пор, как в нашу с вами личную страницу нашей славы, личную каждого человека, была вписана великолепная страница под названием «Афганистан». Вот. И там всякие нытье, там, что это была трагическая ошибка, что там это тыры-тыры-тыры. Сейчас вон пиндосы там сидят, и все знают, что с ними происходит. Вот. И приезжают оттуда люди, которые просят, бывшие маджахеды, которые просят наших бывших спецназовцев поехать туда и поучить их военному делу настоящим образом. Потому что вот так. Вот. И поэтому я хочу, у кого есть, налейте, ребят, сейчас. Давайте за Афган, за людей, которые там были, которые выжили. Низкий вам поклон земной и спасибо вам огромное за то, что мы сейчас с вами гордимся. Что бы нам ни говорили эти придурки. Вот. Афганистан, как правильно написал один человек по фамилии Храмчихин. Чего вы кривляетесь, написал. Мы туда вошли, мы там встали, мы решали свои задачи, мы их все решили. Мы потом оттуда вышли. Никто нас оттуда не выгонял. Поэтому говорить, что там было поражение какое-то, это ну, понимаете, да, это рассчитано на, даже не на школьников, это написано, рассчитано на каких-то идиотов, которые, наверное, сами не читают то, что они пишут. Вот. Поэтому я хочу всех поздравить
со славной страницей в жизни нашего Отечества. Потому что мы считаем, что главная слава нашей страны – это не нефть, не газ, это не огромная территория, а это вот боевая слава русского оружия, советского оружия, которая за 2000 лет наработалась, и никто теперь с ней сделать ничего не может. Если, конечно, мы сами не допустим того, чтобы нам в уши дули и говорили, что мы там неправильно воевали, там, не так не с теми криками в атаке ходили, да, ничего подобного. Мы сами должны за этим следить, учить детей наших, чтобы они себя считали великой нацией. Вот сейчас вот 300 лет Можайки было, я читал, кто преподавал в Можайке. Это академия, которая в Ленинграде находится. Чернышевский, Белинский, Менделеев, понимаете? То есть давайте, ребят, я извиняюсь, я заболтался, за Афган. Выпьем и закусим. Вот, и такая песня, которая мне самому нравится, вам посвящается, ребят, кто там был. Особенное уважение, конечно, ну всем уважение, там сейчас мы готовим программу, музыкально-литературную композицию, которая будет в Пибирево реализовываться 14 числа февраля будет в Пибирево, там есть детский центр. Вот, и вот там воевали все виды, все рода, пехота, спецназ, ну и, конечно, наши героические авиаторы, которые там летали, у которых потери были очень маленькие по сравнению с американцами, которые за 15 лет войны потеряли 10 тысяч летательных аппаратов. 10 тысяч. 5,5 тысяч вертолетов и 4,5 тысячи самолетов. Вот. У нас там было все это гораздо меньше, всего 25-124. Ну вот, ну и так далее, и так далее. Ну, песня называется «Ми-24», посвящается нашему великому изделию гения русского ума, который называется «Крокодил». Наверное, вылетали на нем. Вот, вот такая вот. Я очень много говорю, извините. А наш пятнистый крокодил в такое место угодил, откуда очень можно редко выйти целым. И варит сбоку дышака, и ручка прыгает в руках, и через пыль не видно ничего в прицелах. А наш ведомый вот чудак, он все летает кое-как, все норовит залезть под наших нуров трассы. А там не сумма-то стрелки, и много думать не с руки, опять забыли позывные папуасы. А тут откуда ни возьмись, летит граната сверху вниз, влупили духи очень грамотно с верхушки. И если б капельку точнее, не бжить бы мне тебе и мне, пришел конец бы нашей доблестной вертушке. Но слава богу пронесло, мы помахали им крылом, а ну давай в ответ в табло из блока нуров. Вы извиняйте уж, друзья, нам не ответить вам нельзя, наш экипаж высокой воинской культуры. Вертолет огневого прикрытия чистит землю надежно от духов. Вы нам только дымами и трассером обозначьте, где зад, где вперед. Площадное устроит покрытие, после нас будет тихо и сухо. Ну а что там случайно останется, пусть пехота потом подотрет. А там внизу проснулись друг, кричит наушник: слышишь, друг, скорее становитесь в круг, а то нам опа. Левее 200 ДШК, вы им подкиньте огонька, покуда нам он полполка не перехлопал. Ох ты, родная мазута, мой оператор-музыкант сейчас сыграет в две руки, он духом мессу. Мы как настроенный рояль, снимаем с клавиши вуар и оставим родной пехоты интересы. Вертолет огневого прикрытия, коммунальная наша квартира. Лучше бросить красивую девушку, чем в бою обороты винта. Обеспечит сплошное накрытие наш летучий Т-34. Жаль, обшивка в делах героических не во всех сохранится местах. А добрый техник наш Кузьмич, он произнес красивый спич, что, мол, опять всю ночь мне штопать дырки ваши. Прости, Кузьмич, прости, родной, империализм всему виной, мы сдвинем разом алюминиевые чаши. Потом примчался БТР, мотострелковый офицер, нам обнимал и много наливал из фляжки. Чего слова-то говорить, ты вертолет благодари, ты приложи, браток, ладонь к своей фуражке.
вертолет огневого прикрытия. Он подобен настроенной лире, партитуру с листа незнакомую отыграли красиво в шесть рук. Из любой передряги нас вытянет наш любимый Ми-24. Дорогой наш дырявый, единственный, настоящий проверенный друг, настоящий залатанный друг, настоящий проверенный друг. Спасибо. Не очень громко, нет, а то я ору как сумасшедший. Слышно всем? Кто меня слышит, поднимите левую руку. Кто меня видит, поднимите правую руку. Не все видят, руками почему-то перепутали что-то, да? Ну, мужики, наливайте, пожалуйста, сейчас будет традиционное наше поздравление советскому народу, без президента, правда. Дорогие наши дамы, все готовы вас всегда мы целовать и обнимать, вашу дочь и вашу мать. Постоянно днем и ночью мы вас любим очень-очень, и зимой, и день весны, без халтур и выходных. Мы, девчонки, любить вас будем вечно. Если вы для нас, конечно, запоминайте, будете вязать и шейки, и вареники лепить, мыть, готовить и стирать, пыли как-то вытирать, в магазин ходить за пивом. Я не быстро говорю, успевайте запомнить. Завиваться всем на диво, а еще при этом быть причесанной, одетой, ногти красить на руках, пикотетовый слегка, блить как королевы, но не бегать что-то налево, чтобы сгорали от тоски и все вокруг мужики. Ну, с работы нас включать, ну, телевизор нам включать, на ночь сладко песни петь, но на ухо не храпеть. Быть готовой в трудный час защитить себя и нас, после боли, чтобы любой мужа донести домой, и придя на край земли, утречком опохмелить. А за это так и быть, будем мы вас всех любить. Мужчины стоят, женщины за дно. Давайте встанем, ребят, кто у кого есть выпить, а кто у кого нет, просто встаньте. Пока дети пьют, хитрые люди, которые с собой принесли, а с нами не поделились. Вот. Да, давайте за наших женщин, потому что вы знаете, да, что основа боеспособности мотострелкового полка – это состояние самочувствия жены командира полка. Я правильно говорю, да? Я ничего не перепутал. Про десантов, по-моему, десантов это тоже касается, по-моему, ну и всех остальных. Спасибо, садитесь, пожалуйста. Девчонки, вам. Жены офицеров. Есть? Жены офицеров, помашите рукой мне, пожалуйста. Я свою жену офицера дома оставил, у меня 5 детей, понимаете, 4 точнее. Младшего 1.5 года, это кошмар. Я его отдам в 45-й полк. Потому что кошмар. Вот после 30 минут нахождения в комнате, комнату надо подвергать капитальному ремонту. Он там все делает, в общем, все. Не вопрос. Девчонки, вам, в общем, песня посвящается вашей великолепной жизни. Потому что я от себя скажу, что вот, конечно, если бы не наши жены, то вы для нас все, вы для нас родина. Потому что приходишь домой никакой, и там вы стоите. Красивая, умная, добрая, привлекательная и так далее, и так далее. Вот, да. Тишина в студии. Как сладко целовались мы у той казармы в скверике, как пил из твоей туфельки на свадьбе я вино, как круто выпускались мы на ужас всей Америки, и жизнь семьи военного слагали домино, и жизнь семьи военного слагали домино. Военные биографии летели дни и месяцы, где переезды звания старались обогнать. Рожала и готовила ты в промежутках весело, и загоралась радостью я дома, здравствуй, мать. О боевой готовности задачи не пирожные, а постоянно радостный родной личный состав. Но тихим женским шепотом военные службы сложности распутывала милому, как внутренний устав. А праздники военные, число их не сосчитано, и должности и звания, которым нет числа, где после тостов яростных домой вела защитника, а иногда бывало ведь и на себе несла. И над далекими полярными снегами, и над столичной бестолковой суетой, спасибо нашей дорогой, любимой маме,
Спасибо, женушке, супруге золотой. Спасибо, женушке, супруге золотой. А сколько было прожито, а сколько было пройдено, а сколько было выпито по праздникам вина. Но для меня понятие, что называют родина, вмещает светлый образ офицерская жена. Вмещает светлый образ офицерская жена. Стирала и готовила, и штопала и красила, решала безнадежные служебные дела. И жизнь нашу суровую раскрашивала ласкою. А главное, товарищи, ждала меня, ждала. А главное, товарищи, нас всех она ждала. И над далекими полярными снегами хлопаем, и над столичной бестолковой суетой все, особенно хлопают громко мужья. Спасибо нашей дорогой любимой маме, спасибо женушке, супруге золотой. Спасибо нашей дорогой любимой маме, спасибо женушке, супруге золотой. Снимайте меня, да, Юра, вы меня снимаете, да? Как я хлопаю своей жене. Там записочка, Михаил. Я все спою сейчас. Нет, вот тут просто, понимаете, все ходы записаны. Хочется спеть, успеть до начала основного концерта, сами понимаете. Что-то свое успеть протарахтеть. Вот, ну а вторая песня будет серьезная. Вы уж извините, я вас не хочу просто так грузить, но очень редко удается попеть перед нормальными людьми, которым не надо объяснять полтора часа, что Т-34, что Достоевский ФМ — это не радио. Понимаете, да? Это мужчина такой. Кстати, он преподавал тоже в Можайке. Вот. Мне было очень приятно 2 года назад. Вот песня про ленинградских детей родилась 3 года назад, когда мне попросили поучаствовать в мероприятии, посвященном снятию блокады. А 2 года назад я посчастливилось мне участвовать вот с Дмитрием Конфетчем Язовым. Там были ветераны, женщины-ветераны блокады. Вот. И были люди, которые воевали на передовой, женщины именно. Вот. Ну и так мы с ними поговорили, вот, конечно. Отдельно надо говорить об этом. Но не всем, а тем, у кого душа потверже. Вот. Потому что женщины, они, вы знаете, они более выносливые, чем мужики. Песня посвящается женщинам, ветеранам Великой Отечественной войны, вообще всем женщинам, которые ходили на линии огня, вместо того, чтобы сидеть дома, в халатике кормить детей, готовить яичницу, они ползали по грязи, вытаскивали больных, тяжело раненых людей, мужиков, которые матерились, которые хрипели, из которых текло все, что можно течь, которые делали так, что эти мужики выживали. А судьбы женщин на войне тут особенно непросто. Между двух сжигающих огней, меж сил неистового роста, от ненависти до любви. Хотя любовь с войной не дружит, есть зов природы, зов крови, а есть приказ, что целью служит на фронте просто мужиком, простым, бесхитростным и смелым. Они ведь вечно с матерком и с шуточками без предела. Они в атаку и ура, им наплевать на солнце пятна. А ты, мать им и сестра, а ты их раненых обратно. Терпи, родименький, терпи. А он хрипит пропитой глоткой, и то ли умер, то ли спит от полстакана теплой водки. А ты за пульс его держа, глядишь на вату небосвода. А ведь тебе еще ж рожать, наверное, через 2 года. Ведь ты же им еще жена, вернее ему, отцу герою. Пускай вздыхает старшина. Вот девки, черт жизнь устроил, он был красавец и герой, да не вернулся из разведки. Все ново и как мир старок,
такие вот дела, конфетки. Над головой твоей кружит свинцовая стальная вьюга. Держись, родимая, держись, сестра и мама, и подруга. Старуху злобную с косой ты в сотый раз перехитрила, и пряткой легши на весок надежду в душу нам вселила. Снайперши-летчицы и санитарки болью с любовью, войною повенчаны. На деньги-к лавочки Люси Тамарки. Простые женщины, простые женщины, простые женщины. На земле не шли войны, во всех этих войнах принимали участие наши с вами соотечественники,
Их называли там таджик, украинец, неважно, русский. Говорит на русском языке, значит русский. Вот. Русские, которые так воевали, что пиндосам деваться некуда, что вот это лучшие войны сейчас. Вот. Ну и вот песня про вас, про всех, кто... Вот это все, Божий дар вот этот вот, продолжает нести. Вот. И, конечно, сейчас надо, чтобы наши дети это все поняли, почувствовали. Очень жалко, конечно, что вот эти все фильмы снимаются, типа «Сталинградов», этих «Девятых рот», этих «Бестолковых». Вот. Хочется, чтобы кто-то снял что-то настоящее, вот такое, чтобы... Ладно, я извините, я очень много говорю. Песня называется «Собор». Посвящается тем, кто вот сейчас в мирном нашем отечестве выполняет боевые задачи. Черт знает где. Мы с зубами железными вечно ходим по лезвию, хлопаем. Все хлопаем. Мы с зубами железными вечно ходим по лезвию. Так России полезнее вызов века встречать. Сколько пуль мы стратили на дела демократии, чтобы новое платье шила Ксюша Собчак. Сколько пуль мы стратили на дела демократии, чтобы новое платье шила Ксюша Собчак. Разбираемся с духами, АГСами, мухами. Ходит свет по ветухаю, поет песню свою под стальною пластиною. Есть наколочка стильная, средство самое сильное, чтобы выжить в бою. Под стальною пластиною есть наколочка стильная, средство самое сильное, чтобы выжить в бою. Пусть деньгой не бывалою нас Россия не балует, нам со скулами впалыми проще выжить в горах. Просто так мы устроены, что на драку настроены. Нам бы стать бы героями, а все прочее прах. Все прочее прах. А ну давай по соточке накатим за пацанов, за роду, за спецназ, чтоб жизнь была нормальной в каждой хате, и чтобы третьи пили не за нас, и чтобы третьи пили не за нас. Спасибо. Я извиняюсь, я спел вот без всяких этих героизм, чисто такое все, ну сами понимаете. Я оперативный рабочий, извините. Вот, я с земли как бы вот это все дело воспринимаю. Ну, большое спасибо за просьбу. Ведь вы знаете, да, главное, лучший в мире танк Т-34, у которого не работала рация, потому что от тряски выходила из строя, ламповые дергивались. И связь в танке осуществлялась с помощью ног. Командир танка ставил сапоги на плечи механику-водителя, давил его на правое плечо, на левое, или бил по голове, если нужно остановиться. Значит, радиста звали туристом, потому что у него рация не работала, а пулемет был ничего не видно, все прыгал. Он помогал механику переключать передачи, 3 вперед, 1 назад. Значит, заряжающий, 4-й член экипажа, Т-4-76, он после 30 выстрелов угорал, потому что вытяжки не было, эти не работали. И он лежал на боеукладке внизу. А бой вели 2 человека. Значит, командир танка, он же заряжающий, он же наводчик. И механик-водитель, у которого был люк впереди немножко открыт, потому что триплексы были из желтого стекла с пузырями. Ну и там было видно, что там день. А больше ничего было не видно. Поэтому он открывал люк и шел в атаку с открытым передним люком.
Но тем не менее, результаты, опять же, мы все знаем. Поэтому я это говорю не для того, чтобы, значит, лишний раз плюнуть в нашу технику, наоборот. Есть мнение, что немцы проиграли Вторую мировую войну, потому что они начали серийно производить танк «Пантера», который был супер-пупер там, но который стоил... Я даже не знаю, как это всем... Очень много стоил. Да, вот. И у меня был несколько друзей. Отец одного из них был, значит, служил в ремонтной роте. Ремонтировали танки, вышедшие из строя. У них полагалось, что неважно, ел ты, спал ты, вот подбили, значит, должны как можно быстрее вытащить. Причем тащить надо было строго по уставу. Лобовой броней к немцам, сзади цепляется тягач и тянет этот подбитый танк со всем, что там внутри осталось, после того, как туда попало 4 снаряда с «Пантеры». Вот. Вытягивает его в прифронтовую зону и начинает там сразу, значит, все это дело менять, заплавлять. И пока они его не восстановят, значит, никаких обедов, никаких перекуров, никаких радостей жизни. Вот минус 40 или плюс 50, неважно. Машина должна воевать. Все остальные вопросы решаются с помощью устава внутренней службы. Вы его все прекрасно читали, знаете лучше меня. Вот. И, значит, да, награждали их обычно грамотами. Потому что они считались не боевые части, а они в тылу. Хотя они были на линии фронта и стреляли, и по ним стреляли, и убивали их, и так далее, и так далее. Но это вот не боевые части, и все. У него была вот такая стопка, у отца у него была вот такая стопка этих грамот, размером А4 листочек, коричневый картон. Красными буквами написано много слов, одираительный портрет маршала Сталина, знамена, пушки и карандашом вписана его фамилия. Фамилию прочитать невозможно. То есть почерк у того, кто писал, был очень криптостойкий. Но людям не часто, потому что он кувалду держал 5 минут назад, но ему дали карандаш и сказали «на». Ну и он... Кто кувалду держал в этот раз в руках, поднимите руку. Вот. Ну вы знаете, объясните остальным, как себя чувствует человек, которому потом дают карандаш сразу. Рядовая ремонтная рота называется песня. Она все о том же, ребята. Рядовой ремонтной роты Алексей Петрович Кошкин крутит гайку на морозе, от мороза матерясь. Он висит в невероятной анатомии в симпозе. Если ж он изменит позу, все детали рухнут в грязь. И тогда еще 1:20, или может быть 1:40, подымать их всех придется, чистить, мыть и вытирать. И не сможет в результате починить к утру моторы 21-я бригада, чтоб на фрица наступать. А фашист резерв подтянет, подвезет боеприпасы, и во фланг контратакой с удречка засадит нам. И гвардейская бригада не вернется в град Черкассы, а будет всей своей массой превращаться в битый хлам. А с голодухи брюхо крутит, а в голове щебечут птицы, а на морозе стынут пальцы, а по спине струится пот. Но если посмотреть по сути, ведь если Лёха не докрутит, ведь если Лёха не довертит, победы не произойдет. Ну а помнишь прошлый вторник и лесочек возле речки, там, где немец обалдевший с окружения выходил. А у нас же две машины, у которых сдохли свечки, а их 4 самоходки и 2 тигра впереди. Алексей Петрович Кошкин стратегическим резервом, потому как штаб бригады было некому спасать. Из своей 34-й тигр спалил снарядом первым, несмотря на то, что в битву выходил в одних трусах. А дома сад, а дома гуси и трактора гудят за речкой, и теплый ветер дует в щеку, и спит котенок у крыльца. Вот я вернусь, вот я доеду, спашу все грядки, бабе Дусе оправлю печь, срублю колодец, дожить бы только до конца. Отвернул он наконец-то эту бешеную гайку, починил засохший дизель, и он завелся с полпинка. И вперед пошла бригада и освободила город, проявив умение, храбрость, как советские войска. А танкистов наградили всех медалью за отвагу. Ох,
он бригу Соколов, так дали красную звезду, но все ремонтные роте с отличную работу сам главком товарищ Сталин благодарность объявил, благодарность объявил, благодарность объявил. Иначе вы ничего не услышите, и он не услышит. Вот он, аплодисменты. Значит, Игорь Николаевич, садись, садись, пожалуйста. Я тебя специально вытащил из берлоги, чтобы ты слышал мою гениальную песню. Ты сам сказал, что она гениальная, поэтому сиди, теперь сиди и терпи мое творчество. А я с удовольствием. Вот. Хотя я в машине 4 часа слушаю. Улетели дымом сигарет, сединой вести мне загрузи. 50 моих военных лет, 50 моих военных сил, 50 моих военных лет, 50 моих военных зим. Я искал и находил ответ, упирался я и вывозил. 50 моих военных лет, 50 моих военных зим. Эй, 50 моих военных лет, 50 моих военных зим. Я входил в дремучий бурелом, я смотрел во все свои глаза, я пытался свой построить дом, я хотел о чем-то там сказать. Гордо реял, излучая свет, проползал на брюхе по грязи. 50 моих военных лет, 50 моих военных зим. Эй, 50 моих военных лет, 50 моих военных зим. Ну что ж бывает, 50 военной форме, всем перестройкам и реформам, всем назло. А в общем все еще пока ребята в норме. Наверное, просто мне по жизни повезло. Было время радостных побед, было время ползания в грязи. 50 моих военных лет, 50 моих военных зим. Научили, как отец и мать, поступал по правилам простым. И не лез начальство целовать, и не бегал от работ в кусты. Эй, и не лез начальство целовать, и не бегал от работ в кусты. Есть свой дом и дети, и жена, есть работа, песни и друзья, есть надежда, коль жила страна, в том заслуга малая моя. И какой бы ни светил нам свет, и куда бы путь не вывозил, прожил 50 военных лет, прожил 50 военных лет.
военных зим. Эй, прожил 50 военных лет, прожил 50 военных зим. Ну что ж бывает в 50 военной форме, всем перестройкам и реформам всем назло. А в общем все еще пока ребята в норме. Наверное, просто, Игорек, не повезло. Наверное, просто, мне по жизни повезло. Я поменял. Зачем так короче? Непонятно. Я извиняюсь, дорогие друзья. Крайние песни, две крайние песни. Значит, почему две крайние? Потому что вы сами все поймете. Я сегодня залез в интернет, у меня когда плохое настроение, какой-нибудь урод покажет по телевизору, я залезаю в интернет, набираю свою фамилию, наслаждаюсь. Какой я великий бат. Вот, залез, а там запись, как мы пели на Грушинском фестивале, там сейчас груши, они развалились на две части. Фестиваль имени Грушина проходит в одном месте, а фестиваль платформы имени Грушина в другом месте. Вот. И вот мы туда ездим уже 3 года. Ребят, приезжайте, у нас своя сцена там. Накормим, напоим, нальем. У нас есть обряд, у нас есть пробитая каска из-под города Зубцова. Мы наливаем ее до пробоины. Ну и по 20 грамм. Вот. Приехали к нам депутат Хинштейн за прошлым годом. И Александр Фетисов, замечательный человек, это в Питер Самарской думы, пришли к нам в лагерь. Ну и мы с ними, значит, обрадовались, что нас заметили. А то нас вообще туда пускать не хотели сначала, что военные... нет такой военной песни авторской, нету и все. Вот мы говорим, давайте сделаем отдельную сцену. Он говорит, а что такое военная авторская песня? Мы говорим, это вот люди, которые воевали. Они говорят, тихо. А у них что, слова другие, музыка другая. Нет, давайте мы будем вам давать время на разных сценах. Вот. Ну и в общем, в конце концов, мы их пережали, дали нам эту сцену. Да, и вот, короче, пока мы так обрадовались, что они к нам пришли, и мы выходим на сцену и спели две песни. Потом ко мне подходит Лидочка Баксарова и говорит, слушай, говорит, я, конечно, вас понимаю, что вы военные, но в следующий раз я буду у вас брать тест на алкоголь. Знаете, да, гаишник останавливает водителя. Ну-ка, дыхните. Тут раз, зеленый. Дыхните еще раз. Он дыхнул. Что, говорит, испортилось, соль? Сам туда. Нет, нормально работает. Вот, да. Кошмар. Я посмотрел на этот кошмар, который там в интернете висит, как мы эту песню пели. Это был ужас вообще. Я теперь Лиде Чебоксаровой должен денег буду, наверное. Потому что она потом нас простила, и в прошлом году она тоже нас выпустила туда. Мы уже нормально все спели. А для меня эта песня знаковая, поэтому я хочу вот предпоследней песней ее спеть. 9 мая. Выхожу на улицу, вижу такую картину. Стоит большой красивый Мерседес, черный такой, именно на антенне наша, оранжево-черная гвардейская ленточка. Я, если честно, чуть не заплакал, ребята. Я ехал на концерт, и пока я ехал, вот, Господь мне продиктовал эти слова. Вот говорят, звезды там эти, звезд на самом деле нет, на самом деле никаких звезд. Звезд вот сидит, вот человек сидит, это звезда, который смог, который после этого выжил, который все сделал. Вот это звезды настоящие. Вот Серега Мельников, Микоян, Степан Анастасович. Вот это звезды настоящие. А вот эти, которые по телевизору, это не звезды. Это по-другому называется. Вот. Вот мы все отсюда когда-нибудь уйдем, понимаете? После нас останется великая военная слава, которой мы были маленьким кирпичиком. Останется стена, которая стоит и защищает нашу Родину от вот этого всего, извините, женщины, блядства и хамства, которое на нас прет с Запада. Вот. Останется, надеюсь, останется. Вот. Вот это вот наша великая душевная сила, которой пока никто не может ничего сделать. Финал простоты с красотой, текущего силу момента, над мерзо блестящим бортой трепещ гвардейская лента. Над мерзо блестящим бортом трепещ гвардейская лента, привязанная поутру над круповской бешеной сталью. Трепещет она на ветру, пронзая столицу.
вечные дали над Опелем и БМВ, над Кайзером, Тиссоном, Боржем, над жизнью в столице Москве. Что Ганс так и не укокошил над жизнью в столице Москве. Что Ганс так и не укокошил над немцем и над москалем, таджиком, хохлом и евреем, над кумом, ашаном, кремлем. Гвардейская ленточка реет, хлопаем. Над кумом, ашаном, кремлем. Гвардейская ленточка реет. Пусть жизнь наша, ёрш твою медь, то красным, то белым, то синим. Фашиста никто не сумел, сумела одна лишь Россия. Фашиста никто не сумел, сумела одна лишь Россия. Союз простоты с красотой, текущего символ момента, над мерзко блестящим бордом трепещет гвардейская лента. Над мерзко блестящим бордом трепещет гвардейская лента. Трепещет гвардейская лента. Да, 26 числа в Альма-Матери у меня будет концерт «Можайка 302», если кто-то, кому-то это интересно. Первая половина будет про «Можайку», которой 302 года исполнилось. 16 января. Вот вторая часть про горнолыжи. 4 часа дня, Таганская площадь 12. А я заканчиваю свое выступление, дорогие друзья. Песни, написанные совсем недавно. Вот я тут, извините, я буду делать коммерческие объявления. Вот там на пианине лежат мои сегодня изготовленные диски специально для этого концерта, на которых написано «Офицер запаса». Там набор песен, который мне показался достойным вашей аудитории. Вот разные песни из разных мест. Вот, и, значит, диск стоит 200 рублей, все деньги пойдут в семью. В мою семью, да, не то, что вы поняли. Знаете, да, вот женщина заходит на рынок, набрала две сумки, она ее выносит, ноги подгибаются, но они же помалу не берут, женщины наши, они нас любят. Как же не поест, милый. Выходит, там у него лук висит, сосиски, выходит через мясной отдел, смотрит, ставит сумки, смотрит, голову поднимает, там свиная голова отрублена. Она смотрит на нее 5 минут, 10 минут, говорит: блин, опять забыла мужу сигареты купить. Дорогие мои собратья, есть такая национальность, которая называется русский воин. Там в паспорте может быть написано что угодно, главное язык, на котором мы говорим и думаем. Это самая лучшая нация на свете. Как только я прихожу в незнакомое присутствие и чувствую, что человек, с которым я сейчас общаюсь, он из этой нации, дальнейшие события становятся управляемыми, идут нам в нужном русле. Извините, что я вам говорю это, вы и так это и без меня знаете, но я хочу всех нас поздравить. Вот с этими праздниками, которые у нас с вами есть, никто у нас их не отнимет никогда. Я хочу вас поздравить с наступающей годовщиной вывода войск, войск страны-победителя из Демократической Республики Афганистан. Особенно сейчас это четко видно. Вот. Я хочу вас всех поздравить с наступающим 23 февраля. О, 23 февраля у меня здесь концерт будет. Вот здесь прямо. Вот здесь. То есть можно остаться до 23 февраля. Да, вот, я подумал, что, ну, нравится мне, я сам офицер, сын офицера, и мы выросли, вчера вот разговаривали, а почему ты вот так, а почему мы вот так, а потому что мы из этого выросли, ребята, мы из этого теста сделаны, и мы должны сделать так, чтобы это тесто продолжало расширяться, и никакая сволочь на нашу территорию не полезла, в нашу душу, на территорию нашей души имеется в виду. Вот, и крайняя песня посвящается вам. Дорогие офицеры, дорогие солдаты, дорогие сержанты, прапорщики, мичманы, запасы. Вот. Хочу сказать, что вы знаете тоже, конечно, лучше меня, что
Раньше я думал, вот сейчас я уволюсь, начнется отдых, ага, выберу Киев. Самое интересное только начиналось. То есть все вот эти 34 года безупречной службы, это была подготовка к тому, что началось потом. Я единственное, конечно, не понимаю, как гражданские живут. Извините меня, товарищи гражданские, как бы с такими привычками, с такими менталитетами, с такой исполнительностью, да. Говорят, зеленый цвет горит, да, надо идти. Не, нифига. Я русский человек. Я подожду, пока красный загорится. Потом буду долго рассказывать всем про демократию, что вот мои права ущемили. Потому что через меня КамАЗ проехал с щебенкой. Вот. Да, и, конечно, дорогие друзья, у нашей нации есть свои апостолы, которые сейчас будут перед нами выступать, свои настоящие владельцы нашей души, Игорь Николаевич Морозов. А я заканчиваю свое выступление. Нас с тобой мотало, не покажется мало. Нас война не забрала, оставила жить. Кто манагером стал, а кто стал генералом. И прозрачная гордость над тобою кружит. Жизнь тащить на горбу от системы к системе, на зубах растирать и печаль и тоску. Нам досталось с тобою нескучное время, перестройка и гласность, Чернобыль да Курск. Пусть историк-мудрец объяснение ищет, как под хохот и свист. Без зарплат и квартир мы все войны свои победили, дружище, как смогли сохранить этот радостный мир. Пусть кидало налево, бросало направо, ты держал в чистоте все нарезы ствола. И летит над землей наша горькая слава на широких крылах. Россия орла на широких накрыльях, Россия орла для кого-то дурна, для кого-то красива, белый, красный да синий, ум да совесть и честь. Это наша страна, это наша Россия, меж лесов и полей. Уж такая, как есть, ты себя сохранил, ты не стал папуасом и достаточно сил быть в строке запятой, офицеры запаса, офицеры запаса, это главный запас нашей страны золотой. Нужно жалеть, мы ж себя не жалели, нам хотелось бы только, ребята, одно, чтобы кто-то закончил стальные метели и открыл в небесах голубое окно, чтобы кто-то закончил стальные метели. Надежды окно, офицеры запаса. Дорогие друзья, извините, я опять начал. Час 10, вас истязал своими песнями, хотя должен был час. Ну, во всем виноват наш главный продюсер Юра. Вот, все вопросы. Да. И продюсер Оля, аплодисменты. Дорогие друзья, сейчас у нас будет главная часть нашего концерта.
часть которой посвящается творчеству великого русского воина, великого поэта и композитора, вот, продолжателя традиций нашей Родины, Пушкин, Лермонтов, Толстой. Это люди, которые, с которыми в одном ряду для меня стоят такие люди, как Игорь Николаевич Морозов. Я вас всех искренне поздравляю с тем, что нам удалось его вытащить из его замечательной деревни. Да, но про 10 я уже говорил, да. Вот. И вторая часть, дорогие друзья, начнется, я думаю, что минут через 5. Оль. Вот. Ну и если кому-то хочется оставить память о сегодняшнем вечере, вот генеральный директор Ольга. Вот она, значит, она, в общем, можно купить это мое творчество гениальное. Значит, все. И еще раз, дорогие друзья, ваши аплодисменты нашему звукооператору за его потрясающую сегодняшнюю.